Друзья, всем доброе утро. У меня сегодня начинается второй день в городе Мардин, в восточном прекрасном городе персидском. В долине Месопотамии он находится, этот город. Я вас сейчас начну знакомить с окраиной этого города, и дальше мы потом проедем через современный центр и поищем старый город, посмотрим, как люди здесь живут. Сейчас покажу вам, друзья, КПП, как выглядят вот на въезде в Мардин. Я сейчас выезжал тут немного, ненадолго. И, в общем, вот это въезд в Мардин. Вот здесь КПП, боевая машина у них здесь стоит, бронированная. И рядом это тоже какая-то часть, связанная с военными или с полицией. Все забетонировано. А вот это полицейские машины. Вот так вот выглядят. Здесь вот я вчера вечером проезжал, очень красивые такие многоэтажные здания. Тоже они на холмике так стоят, на возвышенности. И здесь достаточно много небоскребов всяких разных. Город современный, как и все города такие более-менее большие. Я, честно говоря, вообще сначала не хотел сюда ехать. Думал, здесь какой-то кишлак находится где-то там на границе с Сирией и... Вообще ничего здесь не будет. А здесь есть хорошие отели пятизвездочные, есть вся инфраструктура, есть все современные магазины, торговые комплексы и торгово-развлекательные центры всякие разные. В общем, здесь прям даже пожить можно. Я вот здесь уже второй день, вчера у нас была конференция. Здесь, в этом городе, и вот в городе Диярбакыр, в котором я был, стоят глушилки. И я вам могу вот наглядно показать, как работают эти глушилки GPS. То есть я сейчас еду по дороге, вот по этой, по желтой. Но GPS, мой телефон, думает, что я сейчас где-то там с краю, где-то еду по маленьким улицам. То есть они сбивают таким образом. Это примерно работает как в центре Москвы, возле Кремля, как в каких-то городах, где какие-то военные объекты. И, в общем, я так понимаю, что здесь он... Раньше здесь какие-то были действия военные или еще что-то, и связано с этим, то есть глушилки, как бы это время прошло, а глушилки эти остались, и, в общем, с навигацией могут здесь возникнуть у вас вопрос. Только что у меня немного здесь, возле этого мола, пришла в чувство навигация. В общем, вот этот Мардин Молл, там всякие разные рестораны. И, ну, и я думаю, это часть, центральная часть этого города. Вот Мардин примерно вот так вот выглядит. Он спусками, подъемами идет вверх-вниз этот город. Здесь есть супермаркеты, есть много разных всяких кафе, ресторанов. Кстати, цены вообще демократичные. Мы вчера покушали вдвоем и заплатили за ужин в ресторане что-то по $10, даже еще меньше с каждого. И покушали очень хорошо, и осталось еще много еды, и в общем, здесь цены вообще классные. Я так понимаю, что туристы сюда боятся ехать, или такое место еще пока не туристическое? В основном туристы все либо с Турции, либо вот с каких-то арабских стран, а туристы наши, ну, я пока здесь никого не видел. Возможно, кто-то сюда ездит, но, в общем, мало здесь людей. Вот, друзья, здесь вот можно хорошо понять, как выглядит современная окраина Мардина. И, то есть эти все дома, небоскребы большие, где мы сейчас с вами катались, они строят в нижней части, где-то там в долине, выбирают такие более-менее ровные поверхности, места, и строят там прям целые жилые комплексы, торговые комплексы и так далее. А вот здесь вот уже у них вот такие вот старые домики индивидуальные, жилые. И, в общем, они все с крышами, с эксплуатируемыми кровлями, вот с такими плоскими. Нашел очень красивое такое место обзора на долину Месопотамии. Месопотамия — это, грубо говоря, междуречие. То есть здесь протекают две реки, Евфрат и Тигр, и они разливаются, и в древности они тоже разливались, и, соответственно, вот эта вот вся долина, она имела очень хорошую почву такую плодородную, и поэтому здесь у нас с вами зарождалась цивилизация. Некоторые люди еще называют Месопотамию колыбелью вообще всего человечества, колыбелью
цивилизации. Около 10% всего населения планеты в то время здесь проживало, в этой долине. Это очень много на самом деле. Так, что еще нужно отметить? Если смотреть прямо, совсем прямо туда, вот там дорога проходит. Сейчас, сегодня у нас дымка такая, не очень хорошая погода. В ясную погоду отсюда можно Сирию увидеть. И я думаю, я еще спущусь туда по надграницей, скорее всего, проеду по надгранице Сирии, покажу вам границу с Сирией. Но в ясную погоду прямо отсюда вот уже можно Сирию увидеть. Основная часть города Марден, она выглядит вот так вот. Она сделана из такого медового цвета, вот этот кирпич. Именно камень, его еще называют каменным городом. И, в общем, у них здесь кладбище, мечети. То есть вот с видом на долину они все идут вот с видом на восток. Это вот Мердесе султана Иса. Султан Иса построил ее в 14 веке, он начал строительство. Тоже вот это все из такого же камня сделано, из местного камня, медового, такого же цвета, как и все здесь. Вот можете обратить внимание, какие здесь узенькие улочки, и здесь много вот таких вот разных отелей. То есть вот это отель, прямо напротив этого Мардесе, тут же сразу же кафе, рестораны, и они идут каскадами вот так вот вниз, 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 вниз. То есть я на самой высокой точке сейчас нахожусь. Я буду сейчас постепенно туда спускаться, ниже, ниже, ниже. Вот здесь вход в этом Мардесе. А над ним, еще выше, там прямо на скале, еще есть какие-то древние руины. В северной части, друзья, есть такие двери древние. Прямо вот видно, как там все это протерлось. Какие двери старые, древние. Камень действительно такой у него прям цвет медовый-медовый. Как будто какие-то печеньки такие сладкие. Это камень. И вот они вот это все вытачивали, выбивали, выскребали. А там надписи. Я так понимаю, это надписи из Корана. Напишите, пожалуйста, в комментариях, если знаете, что это значит, эти надписи. И откуда они вообще взяты. Вот так вот пойдет туда улочки, улочки, вот такие вот маленькие. И такие стены красивые здесь. Такого красивого цвета, то есть они не черные, не этот, такой цвет желтенький, медовый, классный. Вот таким вот образом здесь в центральной части у них выглядят отели. Здесь, я так понимаю, вот у них разные религии, звезда, крест, минареты. Из-за того, что здесь у них в этом городе намешано всяких разных религий, арабские, исламские и христианские, у них вот такая вот символика. Так, поднимемся наверх. Такая терраса у них любопытная прям. С таким покрытием под искусственную траву. Они любят вот это вот дело на крышах, забираться куда-то повыше. Ну вот и в принципе этот отель находится в самом сердце Мардена. Видите, такие вот у них купола здесь интересные. Это все территория отеля. Я сейчас у них спрошу, если они мне разрешат, я его поснимаю. Я вот всегда хочу в таком отеле остановиться, переночевать. Это называется бутик-отели стилизированные. Они находятся обычно в вот таких вот центрах древних. Всегда я как-то останавливаю свой выбор на более на чем-то таком современном и престижном. Тяжело с парковкой, ну и вообще... Не знаю, ну сколько там может быть тепло, холодно. Турция меня приучила любить комфорт и все, что с этим связано. Вот это что-то, видите, персидское. Такая девушка держит кого-то. Непонятно кого. Да, это все территория отеля. Прямо у них здесь, видите, и колодцы. И все при все. Интерьер отеля, то есть это вот такой вот лобби, и у них прям здесь все так интересно сделано,
И все из этого камня, вот этот камень медового цвета, здесь ресепшн. Он сказал, что сейчас сам предложил мне показать, открыть комнату. И, в общем, сейчас сауна-хамам. This is hotel 1800 euros ago is. 1800? Yes. Wow, really? Yes. Он сказал, что это здание было построено 1800 лет назад. Очень древнее здание. И отель находится, соответственно, в этом здании. Unbelievable! Посмотрите, друзья, здесь они притащили, поставили джакузи. Вот такое вот. И это все занавесочки, и все такое здесь. Вау! Посмотрите, потолок какой. Это реально что-то невероятное. И смесь вот этого вот лакшери, то есть здесь электроника, Wi-Fi. Здесь не холодно, я вам должен отметить. Да, здесь вот есть какая-то система, которая это все отапливает. Но вы здесь можете как какие-то персидские шейхи или, в общем, как султаны, в принципе, провести время. Шейх Риар. Так называется этот отель Маридин. Он действительно достаточно такой атмосферный и вообще классный. Он мне сказал, 2000 лир стоит комната, вот эта, которую он только что мне показывал. Но на мой взгляд, можно и поторговаться, и найти там через Agoda, через Booking еще меньше. Либо просто остановиться в обычных простых комнатах без этого джакузи, зачем оно вам надо. Персонал очень такой улыбчивый, такой добродушный. Вообще здесь, в Турции, вот чем я дальше еду на восток, тем какие-то люди более добрые становятся. И синим они украсили еще цветочки. Вот это обычное что-то такое. И дети. Конечно же, дети. Как без детей? У них здесь дети просто бегают, как мы когда-то бегали в детстве. Просто так, беззаботно, без телефонов. И нормальное детство у нас проходило. А сейчас, я даже не знаю, как сейчас дети растут. Как сейчас дети растут, напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Вот видите, фишки они играют. Вот точно так же у нас проходило детство. Беззаботное детство, без телефона, без ничего. Вот так мы били. Кто больше выбьет, тот выиграет. Там надо было перевернуть. Прям как у меня в детстве. Видите, как они азартно играют в эту игру, даже не замечают ничего вокруг. Точно так же, в точности так же у меня проходило детство. Я думаю, они здесь скромно живут, у них нет телефонов, ничего такого, и поэтому они сами себя развлекают. Вот эта вот улица, она вся проснется вечером, будет здесь гудеть, шуметь. Это связано с тем, что летом здесь очень жарко, температура может до 50 градусов подниматься. Практически все первые этажи, это вот у них какие-то торговые лавки, орехи. Вот это, кстати, миндаль. Это миндаль, он в специальной оболочке в такой. То есть у них здесь растет какой-то корень какого-то дерева. И они этот корень добывают, делают с него щербет. И, в общем, вот такое вот получается. Видите, как навалено все одно на другое. Ну, продавец сидит, вообще не парится. Начинаю встречать вот у них здесь вино. Вообще, обычно в большей части Турции они не употребляют алкоголь, не употребляют вино. Я думаю, это связано с тем, что здесь уже смешались религии. И, в общем, здесь христианство есть. И вот это осталось что-то от, я думаю, древних римлян. И, в общем, ислам, он против алкоголя. А вот все остальные вот эти вот ребята, они любят. Вот смотрите, как он едет. Видите? Спокойненько. Никуда не спеша. На своем ослике. Вот. Какой-то рай здесь. Мыло, такие запахи вообще прям стоят невероятные.
Они здесь делают мыло со всякими разными травами, со всякими добавками. И каких хотите размеров, посмотрите, кусок гигантский, какое мыло. Короче говоря, все чистые отсюда выйдут однозначно. Вот, видите? Тоже интересное зрелище. Искал парковку, в итоге просто поставил на улице, а у них здесь, посмотрите, такая парковка культурная, прям все разрисовано, новое, и стоит час 2 лиры всего лишь. Прям в самой центральной части города здесь эта парковка вот подземная, сейчас я над ней нахожусь, и наверх поднимается лифт, прям можно оставить и все что угодно, куда хотите попадете. Но я поставил машину прям под камерой, я стараюсь выбирать такие места, чтобы машина стояла и прям на столбе были камеры, поэтому в принципе я за это не переживаю. Но если бы я знал, естественно, я бы лучше здесь припарковал бы. Прям новая современная парковка. Даже вообще не ожидал, что здесь такое может быть. Такие улицы, вообще весь этот город, он сам как какая-то достопримечательность такая шикарная. Я так понимаю, они здесь вот часть сломали здание. И вот эта вот часть, она какая-то вот древняя. И переходит это вот все в современные здания. А вот эти вот арки... Здесь им может быть сотни лет вообще. А это хурма. Представляете, высушенная хурма. Вот так вот выглядит. Даже никогда не мог представить, что такое бывает. Хурма и вот это вот миндаль. Вот это вот здание почты у них. Вот банкомат. И здание почты находится прямо вот. Пожалуйста. В древнем здании. Они придумали специальные вот такие домики. Чуть побольше это, наверное, для собак, а чуть поменьше для кошек. И очень много хлеба лежит. То есть животные сюда приходят, забираются в домик и спят. Какие милоши вообще, а? Да. И вот здесь рядом вот этот магазин, в котором продают... Здесь прям вообще тоже так классно все украсили, такие краски яркие. И что любопытно, вот именно вот в этой части Турции, я не знаю почему, с каждым разом я чаще встречаю людей, которые вот так вот держатся за ручки. Влюбленно. Я думаю, они нормальные люди. Просто они держатся, чтобы не упасть. Ну, прям вот у них немерено этого корма. Я не знаю, там сколько. Тут же и вода налита. Кто-то очень любит кошек. А, здесь написано, что это приют Мердин Монро. Типа не для коммерции, это просто приют домашних животных. А, именно кошек, приют для кошек. И вот он весь город, вот так вот маленькими улицами. Повсюду маленькие улицы, именно старая часть. Это ресторанчики в старых домах. Это все древние здания. Чтобы вы понимали, вот эта печка стоит здесь. Мерва. Ключи, картины. Здесь будет не холодно пообедать. Я думаю, я здесь, может быть, даже покушаю. Вот так у них здесь музыканты играют, выступают. Сразу видно, что они будут готовить, чем они вас будут кормить. На долину Месопотамии. Что может быть прекрасней?
Если вы сюда приедете, вас будут здесь встречать, конечно, вот эти вот кафе, они такие душевные, вот эти вот бутики маленькие какие-то, рюмочные вот здесь тоже, какие-то небольшие, такие уютные все, и все с душой, то есть со вниманием они к каждому посетителю относятся. Здесь и заброшенные тоже есть места, вот вроде бы в центральной части находится, да? А здесь вот такое вот место, закрыто, и все улицы вот эти маленькие, они проходные, то есть они куда-то выводят, проходят. Бутылки валяются, мусор какой-то, двери. В заброшенном таком состоянии можно тоже места найти, при желании. Вот здание заброшенное, и у них здесь шлагбаум стоит, а напротив отель. У них есть большая вот такая парковка, поэтому обязательно обратите внимание на этот отель. Здесь вы сможете припарковать свою машину, вот у них большая парковка, и отправиться исследовать этот город. 100 метров ниже улица, и вот так вот же здесь расположены у них жилые дома, вот такие улицы. Все чаще и чаще я встречаю такие места здесь, в старых домах. Вот это как раз гостиница Гази, про которую я вам снимал сейчас. Вот кошка чья-то. И чей-то прям дом, вход домой кому-то. Там лестница бетонная у них. Кошка опасается так. Интересно. Ага, и это тоже вот этот вот Гази отель. То есть он очень большой на самом деле. Они, наверное, выкупили какие-то здесь прям несколько блоков вот таких зданий. И сделали из них отель, сделали парковку. Поэтому я вам рекомендую обратить на него внимание. Вы сможете фотографии в интернете посмотреть, как он выглядит внутри. Самое главное, что он находится здесь в центре. Дети со смартфоном. Улицы старого города будут примерно все вот такие. Все с одного камня, одного цвета. И все они вот примерно вот в таком вот виде будут выглядеть. Что самое интересное, я когда еду, цвет улиц меняется в зависимости от того, из какого камня их строят. Если здесь такой цвет, то значит здесь будут желтые, где-то с каменистого, где-то с вулканических камней строят. Архитектура примерно схожа, а вот цвет камня может меняться. Так, здесь что? Уборка территории. Вот вы будете здесь ходить, как в музее, реально. Друзья, закладывайте побольше времени на этот город, потому что он очень интересный. Я вообще изначально сюда не хотел ехать. Я думал, что здесь уже меня ничего не удивит. А на самом-то деле это не так. А здесь деревянные такие двери, ставни. Тоже красиво сделали из дерева. Что там? Мастерская чья-то. Что-то там делают, изготавливают. А здесь продают нижнее белье и в разную одежду. И точно так же здесь кафе. Интересно то, что вот там эта улица выше, по которой машины ездят и по которой я гулял. А здесь у них прям сверху и снизу тоже все есть. То есть каждый кусочек чем-то занят. Да, вот та эта дорога, она там выше. Костры жгут. По-моему, они дунули. И вот здесь у них музычка. Продают всякое разное. Да-да, скорее всего, они дунули. Вообще в Турции на самом деле очень любят вот так вот разжигать костры и собираться возле этих костров вечером. Они вообще любят собираться, они вообще такие душевные, вот этот чаек любят. Турки говорят, беседа без чая
Как небо без луны. Я думаю, даже дня не хватит здесь все обойти, потому что здесь всяких разных улиц много. И всего столько интересного. Ребята, обязательно посетите этот город. Но только чтобы погода была хорошая. Потому что здесь именно надо под открытым небом вот так вот гулять, ходить, чтобы это все открыто было. Если вы любите Восток, вам однозначно здесь понравится. Вот что самое интересное, эти улицы, они вот так вот, как дерево. То есть в разные стороны ветки отходят, расходятся. Где-то кальяны, рестораны, кафе, мыло повсюду продают. И прям такие запахи этого мыла. Вот здесь мечеть есть. Давайте в мечеть зайдем. Да, это мечеть. И она вот расположена вот в таких вот тоже древних зданиях. Очень любопытно. Достаточно скромная такая мечеть. Вот здесь вот тапочки вот такие деревянные у них. А в 11 веке, в общем, здесь начиналось это все дело. И типа Grand Mosque, самая большая мечеть, я так понимаю, в этом городе. Возможно, здесь до этого находились какие-то храмы православные, и потом это было перестроено уже дальше в мечеть. Я постараюсь найти информацию об этой мечети и оставлю вам в комментариях. Бесконечное количество здесь этих улиц. Я думаю, прям реально здесь даже заблудиться можно. Потому что вот так вот ходить, бродить, одно и то же, одно на другое все похоже. Мне надо уже ехать в другой город, а я прям уезжать не хочу. Полностью по старой части Мардена проходит вот такая вот улица автомобильная. И идут разветвления. У них здесь есть вот такой общественный транспорт миленький. Маршрутки. И вот эта часть, она будет торговая. Здесь вы найдете вот этот вот магазин Мерлин Монро и вообще все, что захотите. Теоретически здесь все, в принципе, есть. То, что вашей душе будет угодно. Они все города разные, все у них какие-то отличия, все они чем-то отличаются. И каждый город, он имеет какой-то свой определенный шарм. Этот город, он какой-то особенный, у него прям какая-то такая энергетика и какая-то такая сила, то есть он меня как будто бы здесь питает, то есть он меня держит и не отпускает, и я не знаю даже что, почему это происходит. Здесь просто мыльный какой-то магазин, мыло, всякие разные там настоечки. Hello, can I take photo here? Photo or video, no. А, окей, окей. Есть места, которые приглашают, прям настаивают, которые приветствуют, когда я снимаю видео, фотографирую. А есть места, которые почему-то разрешают только фотографировать, или вообще не разрешают фотографировать, или берут деньги за то, что я фотографирую. В общем, здесь у них разные правила и разные обычаи. Такие здания прям вообще невероятные, колонны, арки. И это вот прям повсюду. Вот ресторан. И вот эта тропинка, она будет туда, дорожка туда вниз уходить куда-то дальше. Здесь вот это единственная дорога. И, в общем, мы минут 5 уже стоим. Они ходят, собирают сумки. Сходят, собирают сумки, собирают людей. И полностью вся эта дорога перекрыта. Это единственная вот дорога вот в центральной части Мартина. И сзади меня сколько стоит людей. И ни один водитель не посигналил, друзья. Ни один вообще, даже не подал вида, что он чем-то недоволен или еще что-то типа этого. И вот этим меня город этот и подкупил, что они здесь все вот такие вот на чили, на расслабоне. Все. Торговцы. Неважно кто. Обычные, простые, прохожие. Любые люди, кто здесь, все они вот такие вот. Никто никуда не спешит, не торопится. И вот сейчас чуть-чуть попозже вечером у них здесь начнется кипиш. Видите, вон там таксист тоже спереди. Вот он просто остановился и занимается своими делами.
своими пассажирами, а дорога только одна, вот по центральной части, только, ну, никак не объехать. То есть, вот если он закрыл, то все. Видите, как они плавно все двигаются? Именно вот за это я, наверное, полюбил этот город, что никто здесь не кричит: «Эй, там, давай, друг, пойдем, посмотри, мой магазин, where are you from, как тебя зовут?» Такого здесь нет. Спокойно, вежливо, вот так нежно что-то предложит, там орешки, еще что-то. Никаких резких движений, вообще абсолютно. Захожу в отель, можно снять? Конечно, пожалуйста. Тебе номер открыть? Давай, я тебе номер открою, покажу. Я уже хочу отсюда выехать. Хочу побольше места, хочу побольше пространства, потому что здесь вот такое вот движение. То есть все друг за другом едут. Если кто-то остановился, полностью вся улица встала. Ну, ни один человек не посигналил. У нас в Алма-Ате бы, наверное, я не знаю, там стекла бы пошли уже бить друг другу. Где-то в пробке, когда люди едут, нервные, голодные, домой с работы, бам-бум, такие звуки. Конечно, а здесь, посмотрите, вообще даже слова никто не сказал. Я-то понятно, что я, что я буду сигналить, мне куда вообще спешить? Да и потом, то, что я ему буду сигналить, он от этого же быстрее не поедет. Мне этот город абсолютно безопасным показался. Конечно, здесь на окраинах, в пригороде, прям у них такое идет. Видите, вот девушки. И все чаще я здесь девушек вот таких встречаю. Они как хотят одеваются уже, в принципе. Никто на них особого внимания большого не уделяет, не обращает им. И обтягивающие одевают девушки, и юбки надевают, и все что угодно. Вот это тоже справа, по-моему, отель или что-то. Но зданий очень много интересных. Уверен, здесь очень много достопримечательностей осталось, которые я не посетил. Но, возможно, в будущем я еще сюда вернусь. И с Сарочкой мы здесь погуляем, обследуем все как следует. Оказывается, друзья, наверху, на самом верху, где мы гуляли, возле вот этого университета, это цитадель, но туда не пускают, потому что это до сих пор военный объект, и туда никак не пройти, там все огорожено забором. Покажу вам отель. У меня здесь промежуточный такой город, Медиат. Здесь все из камня, вот это камень, кирпичики такие, похожи на бутик-отель, который я вам снимал. Так, номер 204. Стоит он, я даже не знаю сколько он, но очень мало. Что-то в районе 15, что ли, или 20 долларов. Включайся. В общем, здесь центральный климатизатор, холодильник, телевизор, чай, вода. Все есть, достаточно просторный. Ну, 15 примерно, до 20 долларов он примерно стоит, 250 турецких лир. Ну, он очень чистый. Вообще все отели, любые отели, которые я посещал в Турции, они очень чистые. И вот это вот такой вот камень. О, вот это из камня сделано. Полностью целиком вырезано из камня. Все здесь примочки для душа, причиндалы. И вот это все тоже настоящий камень. Это не плитка облицовочная. Очень просторный. Это все чисто, убрано. Даже вот в этих местах, вот я всегда смотрю, они чистые, то есть пыли нету. Вот. Видите, отель за 250 лир. И здесь все идеально чисто везде. И вот для меня, честно говоря, загадка всегда. Как люди, вот инвесторы, вкладывают такие большие деньги сюда? Здесь это все достаточно дорогие отделочные материалы и вообще все. И получают там каких-то 15 долларов. И то даже никого нет. То есть сейчас я, может быть, еще здесь несколько номеров, и отель пустой. Вот. Может быть, летом, конечно, здесь будут люди. Здесь даже, посмотрите, ароматизатор. То есть они в каждом номере, сколько здесь номеров? 100 или 200, наверное. Они поставили в каждом номере ароматизаторы. К деталям. Турки, конечно же, к деталям очень-очень внимательны. Вот это тоже все такое, ручной работы, такие поделочки интересные. Вот так он называется, этот отель. Катори отель. В принципе, мне нравится.
И вот у них вот, вот этот вот ресторанчик, он вот таким вот образом выглядит. Там отдельные такие беседочки, и в каждой беседочке есть печка. То есть можно в каждую, в каждой беседочке отдельно подогревается, и можно отдельно, в принципе, здесь разместиться. Здесь еще спа есть, плюс ко всему. И бассейн. Достаточно большой бассейн, но я думаю, купаться я сегодня не буду. Гигантский такой, они прорыли туннель, и это под землей прям вот все, пещера это такая. Там я сейчас спустился со второго этажа на лифте, и туда уходит дорога. Хамам, спа там. Здесь сейчас девчонки мне будут делать массаж. А еще вот такая у них комната отдыха есть. Очень интересное место. Они тоже здесь навыбирали всякого разного старья, часов. Украсили здесь вот так красиво. И высота примерно около 2 метров. Но это вот прям в скале в какой-то, я не знаю. Просто вот так вот продолблено. Друзья, на этом я буду с вами прощаться. Как всегда, увидимся в следующих видео. Пишите комментарии интересные, ставьте палец вверх. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.